Третью часть концерта для скрипки с оркестром ре минор Арама Хачатуряна исполнит студент третьего курса Московского института музыки имени Альфреда Шнитке Василий Журкин. В 2014 года он учился в классе заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств России, профессора Захара Шапира. Сейчас Василий учится у доцента Елены Белых. Концертмейстер Лилия Сальфова. Thank you.